Ну что, пацаны, здорово всем, давно не было никаких роликов, переходим на Y-формат, буду немножко показывать, чем я занимаюсь, как я двигаюсь, что делаю. И сегодня будем делать батин Lexus, он его собрался продавать, цены сейчас просто космические, когда-то мы батину машину покупали, по-моему, за 1 800 000, сейчас ее цена примерно 1 300 000. И чтобы ее продать, и продать подороже, так как у него состояние хорошее, надо загнать ее в детейлинг. Почему в детейлинг? Потому что он постоянно протирает ее тряпками, щетками, и она уже немножко такая поцарапанная. Ну не поцарапанная, с маленькими косячками, и не выглядит презентабельно. Но чтобы машину продать за 3 ляма, чтобы она была красивая, чтобы она понравилась покупателю, надо ее загнать, чтобы ее салончик помыли, чтобы кузов отполировали и покрыли керамикой. Сейчас будем отдавать машину в детейлинг. В общем, задач много, погнали. Вот такие у нас сейчас дороги в частном секторе. После этого задний привод машину вообще неохота покупать. Только 4 ВД. Вчера было плюс 3, сейчас минус 13. Все это застыло. Тут Ленка набуксовала вчера. Тут колея, смотрите. Ну, по колено примерно мне. И вот как ездить по таким дорогам. Ну, а вот он и Lexus. Батя на нем практически не ездит. Он ездит на маленькой машине, на Funcargo. Она экономичная, она компактная. Машина, по сути, простояла последние 2 года, очень редко ей эксплуатировались, куда-то ездили, только так вот, по нуждам куда-то. Когда мы приедем, я вам покажу, когда мы ее помоем, она вся такая, знаете, в мелкие царапинки, не блестит уже. Ну, в общем, батя ее эксплуатировал, шибко не жалел, и надо навести здесь марафет. Друзья, хочу напомнить, что 24 марта состоится футбольный матч по футболу. Квалификация чемпионату мира в 22:45. Португалия примет Турцию. Мои постоянные партнеры Звоныкс дают самые высокие кэфы на этот матч. Пополнение счета без комиссии, регистрация в один клик без паспорта и моментальный вывод средств на большинство платежных систем без потерь. Ссылочку ты найдешь в закрепленном комментарии. Так, надеюсь, она запустится. Долго машина стояла, тормоз зажали, кнопочку нажали. Ну, Lexus, что ему будет? Конечно, он запустится. Пробег всего лишь 134 тысячи 2010 года выпуска машина. Через 20 минут мне уже надо быть в детейлинге, я, как всегда, опаздываю. Сегодня еще 8 марта, Ленка без подарка. Но Лена еще, правда, работает. Надо ей цветочки купить, еще какой-то подарок купить. Планов на сегодня много. Но вот у нас дороги, смотрите, как раз бомбило. На Lexus все-таки приятно ездить. Очень мягкая машина. Ну и как-никак высокая. 4 ВД. Смотрите, какие дороги в частном секторе. А ты такой бац, бац. И тебе ничего не угрожает. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. После BMW... Один минус у этого Lexus — тормозов вообще нету. Я всегда считал, что когда говорили, когда на 200-ке нет тормозов, я думаю, ну как так, нет тормозов. А когда поездишь на нормальной машине, ну на BMW, и садишься на Lexus, я сейчас вот торможу, и вот как будто их вообще нету. Они такие вялые какие-то. Конечно, если сильно нажать вот сейчас, вот смотрите, в полик, хоп, она схватывает, все хорошо с ней. Но какие-то они такие ватные, надо привыкать к машине. Ну, в целом прикольно. Одно только печально, что рынок просто стал сумасшедший. И когда-то можно было за 1,8 взять, сейчас уже около 3. А зарплаты не растут. Вот это, конечно, печально. А у нас тем временем заканчивают работы по стройке Ледового дворца спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею. Ну, которого не будет уже. Ну, хоть стадион, надеюсь, достроят. Смотрите, какой красивый. Подъезжаем уже в компанию Detailing 54. Я уже неоднократно здесь делал свои тачки. Делают отлично, красиво. После них машина становится как новая. Так что сейчас будем заезжать.
По салону у бати тоже есть недочеты, особенно после племянников, когда они приезжали в гости. Это вот это вот, вот это вот. Ну, это, конечно, все легко моется, но это надо сделать. Ну, и вот тут что-то с потолком напутано. Не знаю, что он здесь возил, как будто доски какие-то. Но это тоже все дело надо отмыть. Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье – это то, что ты живешь. Перед полировкой сейчас проверим всю тачку, где крашеные элементы, где родная. Ну, машина вся в родной краске, только у него заднее крылышко дерево, здесь немножко шпаклевки есть, но по сути ничего страшного. Как не приедешь в детейлинг 54, так у них постоянно какие-нибудь прикольные тачки, тюнингуются, заезжают, и два IS одинаковых, один рестайлинг, один дорестайлинг, но вот это вообще прикольный, он весь на обвесах, у него капот первый раз в жизни такой вижу. Просто смотрите, какой чумовой. Не часто такую машину встретишь. И я вам сегодня показывал частный сектор нашей дороги в Новосибирске. Он, наверное, владелец этой машины, живет где-то в центре. Потому что, смотрите, дорожный просвет. Хотя вы скажете, это еще нормально, в принципе. Но надо очень аккуратно ездить. Ну и выглядит она вообще очень стильно. Цвет офигенный. Обвесики. Ну, мне кажется, только в Москве на такой тачке ездить. Делается моя тачка, позанимаюсь своими делами. У меня тут творческий беспорядок. Это все мне надо продать, потому что склад ликвидирован и запчасти перекочевали в мой гараж. Сейчас я продал уже колеса от Гелика за 20 тысяч. Правда, одно тут такое с повреждениями, а остальные хорошие. И сейчас мне надо их отправить транспортной компании. За них мне перевели уже 20 тысяч рублей. Ну и так вот у меня там шины кое-какие остались. Сейчас буду пытаться погрузить, посмотрим, фунтик влезут, не влезут, ну хотя бы два колеса. Вот чем хорош фунтик, все четыре колеса поместились в машину. Рабочая лошадка, так что и жрет мало, и налог маленький, и можно перевозить все, что хочешь. Везем сдавать в транспортную компанию. Я знаю наперед все, что нас ждет. Нас ждет. Но мы все равно не сбавим ход. Здесь свои планы ставим на автопилот. Даже мы не ожидаем ничего. Небо никогда не светило так ярко. Ну все, отдал я диски. 20 тысяч рублей в кармане. Сейчас как раз надо лень обслужить BMW. Сейчас я пойду куплю уже масляный фильтр, куплю уже масло в машину, надо это все дело поменять, плюс лень, надо помыть машину, потому что она капец какая грязная. Мы уже на BMW отъездили 5000 километров, я ее как раз обслужил, как раз все сделал, пока тут-тут-фу, ничего не ломается, все четко, нам нравится машина, так что меняем масло и, надеюсь, катаемся дальше. Сейчас цены поднялись примерно на раза два в связи с этими действиями, так что посмотрим, во сколько выйдет мне обслуживание бэхи, сейчас куплю фильтр. Раньше фильтр стоил, наверное, ну, рублей 700 хороший. Ну и масло надо купить. Также узнаем, насколько подорожали цены. Надеюсь, приемлемо будет. Как всегда, затарился в компании «Водолей». И фильтр взял мановский. Ман сказали самый хороший из всего, что есть. И отдал я за него 1129 рублей. Мне кажется, по тем ценам месяца два назад он бы стоил бы рублей 800, может быть. Есть другие компании, мне говорили, там 500-600 рублей. Но это, наверное, Китай делает. Ну и там за 1000 были, я взял получше. Для BMW не жалко. Сейчас поеду покупать масло, посмотрим, подорожало ли оно. Этот фильтр продается как вставка. Не знал, что он такой идет на BMW. Я привык, что у них они металлические обычно у машин. А тут, видать, какая-то колба откручивается, этот вставляется. Колба закручивается, прикольно. За маслом я приехал на барахолку, в прошлый раз я тоже покупал на разлив, и ни грамма не сожрала машина масла, так что буду брать точно такое же и на разлив. Посмотрим, насколько оно стало дороже. В прошлый раз, по-моему, я давал в районе 5000 за 8 литров. Сейчас узнаем нынешние цены. Денчик, алкаш, набухаться можно. 4400, цены не сильно подорожали, так что терпимо, я думал будет дороже.
Так что записываемся к Мише с Валерой, забираем Линкину тачку и будем сейчас ее марафетить и обслуживать. В принципе, доступные цены с учетом того, что бэха. Хотя масса, любую машину надо брать. Приехал я до Лены, забрал ключики, сейчас заберу машину, будем обслуживать, менять масло, ну и помыть тачку надо. Сейчас я покажу, в каком она состоянии. У нас недавно была оттепель, и плюс 3, все таяло, и сейчас на мойку просто нереально попасть. Я еще хотел позавчера ее помыть, просто там битком все забито, все записано, не попасть. Сегодня нам надо ее обслужить и обязательно помыть, потому что так уже обломно ездить. Mobbing with my brothers, there's no question, keep it real. Whether we East Coast or no, we in the Haven Hills. In the popping straps of blue faces, not the pills. Heard you calling bluffs, I show and prove, yeah, it's for real. Son of God, not a son. Я Лене недавно говорю, ну чё, Лен, 4WD, это всё-таки вещь? После Соляриса, когда мы живем в частном секторе, все тает. Она говорит, да, это круто. Я думаю, тот человек, который поездит на 4-водовой машины, он уже назад на передний привод, либо на задний привод, вряд ли сядет. Потому что, ну, сибирский климат, что говорить, всегда удобно. Тапочек нажал, машина поперла, как танк. Давай, не ломайся только. Подъехал я в царство BMW, X5. К Мише с Валерой, но сейчас будем обслуживать тачку. Миша говорит, фильтр раньше стоил такой 550 рублей, сейчас 1300. Я почему-то думал, что он рублей 700-800 стоил, но считай, в два раза все подорожало. Миша, за сколько ты бампер купил задний? За 10. За 10, а я за 5500 3 месяца назад. Ну, примерно вот в два раза подорожание, да, Миша? Ровно 10, да, за бампер. Одно хорошо, что масло шибко не подорожало, это радует. Ну все, тачку обслужил, пришло время мыть машину. На нормальную мойку не получается заехать, так что поедем на робот. Он идеально не чистит, оставляет какие-то погрешности. Ну и у нас сейчас погода такая, то слякоть, то еще что-то. Но самое главное, чтобы он эту всю чепуху сбил, чтобы машина вот такая же была более-менее чистая. Так что ждем нашей очереди и заезжать будем на робота. Я думаю, вы уже запомнили, как сейчас выглядит тачка, просто вся чумазая. Оплатил самую дорогую, там есть три стоимости, самая дорогая это 500 рублей, там что-то две фазы мойки, какая-то там еще типа как не керамика, ну какое-то покрытие, еще две сушки, ну в общем, наверное, будут долго мыть, и моет робот, интересно сейчас будет, ну и посмотрим, насколько качественно он отмоет черную машину. Ну все, пацаны, пошла возня, буду сейчас есть куковать. А, надо заглушить, наверное, машину, нафиг она будет работать. Так, тачку заглушил, ну и минут 15 сидишь вот так вот, она поливает то водой, то химией, то воском, и потом будет турбосушка. Ну все, я выехал с мойки, самому интересно, насколько отмыло. Ну я уже раньше мыл на этой автомойке. Автоматическая. Скажу так, это не идеальная чистка, а так, лишь бы грязь сбить. Хоть я выбрал самую дорогую за 500 рублей, но тачка идеально чистой по-любому не будет. Сейчас посмотрим. Ну что, готовы? Ну фиговенько, смотрите. Пороги. Потом вот это вот сейчас подсохнет. Видите, белое все осталось. Ну это как сбивка грязи. Смотрите, диски какие. Машина была очень грязная, но на автомойку я не могу на нормальную попасть. Надо за два дня записываться. Пусть Лена хотя бы так ездит. Все лучше, чем было. Но, по сути, 500 рублей и деньги на ветер. Вводи мой промокод AbramTV, он даст тебе бонус аж до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. Досматривай этот видос до конца и вперед! Ну а сейчас осталось подождать 2-3 дня и дождаться, что там с батиным Лексусом. Там наверняка все блестит, все будет офигенно, потому что детейлинг это не робот, который ни хрена не моет. Так что ждем и смотрим. Поедем, обязательно все вам покажу. Друзья, прошло примерно 5 дней, и вы все помните, что было с Лексусом, в каком он был состоянии. Но сейчас уже практически новая тачка. Смотрите, то, что у нас получилось, и детейлинг 54 знатно постарались.
жвачка изменилась до неузнаваемости. Вот что значит тереть ее постоянно щетками, тряпками. Черный цвет, он самый такой сложный, самый деликатный, и надо бережно с ним обращаться. Надеюсь, батя останется доволен, потому что получилось просто классно. В этой серии мы бате сделали ништячок, Лене сделали ништячок, обслужили ее тачку. Ну и себе я сделал тоже ништячок, не знаю, вы уже увидели эту серию или нет. Я себе купил новую машину под проект, ну и в общем самому подвигаться. Так что у нас плодотворная серия, все круто. Сейчас вы посмотрите, как выглядит тачка еще на солнышке. На солнышке она еще сильнее блестит, просто круто. Все ссылочки на Detailing 54 будут в описании актуальные. Так что переходите, записывайтесь и делайте свои тачки красивыми и четкими. Ну а с вами был, как всегда, Абрам. До скорых встреч, всем пока.